Сегодня, 25 апреля, на базе Бличепсинской школы прошла военно-патриотическая игра «Зорница 2.0». Этот проект дает участникам движения первых возможность проявить себя, дать импульс к стремлениям. Поприветствовали участников глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава поселения Каплан Шавгенов и председатель движения первых Дана Брантова. «Зорница», вот правильно было сказано, имеет очень давнюю историю. Впервые эти игры были проведены в 1964 году, а официальный статус они получили в далеком 1967 году. И это даже не игры, это Зорница имеет больше патриотическую, воспитательную направленность. И я поддерживаю вот это решение возобновить вот эти военно-патриотическую игру «Зорница», которая имеет такую славную историю. И вы можете гордиться, что вы стоите у истока возрождения славной военно-патриотической акции. Я хотел бы поблагодарить всех вас, которые сегодня принимают участие в данном мероприятии, всех педагогов, которые приложили силы для того, чтобы подготовить вам к этому хорошему мероприятию. Я уверен, что сегодня проигравших не будет, потому что в таком мероприятии не может быть проигравших. Сегодня будут победители, поэтому всем вам желаю удачи. Я уверен, что данное первое мероприятие на территории Бличепсинского сельского поселения Кашкавлевский район пройдет на должном уровне, поэтому всем успехов и удачи. Хочется, чтобы то, что было хорошее в нашей жизни, несомненно, привилось и к вам, потому что это очень важно и нужно. Хочу пожелать, чтобы сегодняшнее мероприятие пошло в духе такого хорошего командного соперничества, положительной энергетики, чтобы потом, когда вот пройдет это мероприятие, конечно, будет разбор тех ошибок, тех недоработок, которые где-то у кого-то получились. Но, несомненно, вы над всем этим поработаете. Удачи вам, дорогие ребята. Хочу, чтобы сегодня были сильнейшие, но победила дружба. Благополучия вам, удачи, и чтобы сегодняшнее мероприятие запомнилось вам, как нам, свою бытность, вашу бытность. Пусть оно отложится в вашей памяти и еще много-много хороших мероприятий. Очень приятно, что, как сказал Заур Скопьевич, первое такое мероприятие проводится именно на территории нашей школы. Районное мероприятие такое. Желаю всем участникам крепкого здоровья, больших успехов. И сегодняшняя игра позволит всем абсолютным участникам повысить свои навыки оказания первой медицинской помощи, начальной военной подготовки, показать все свои самые сильные стороны и качества. Больших вам успехов, ребята! Пусть победит дружба. Всего самого хорошего. От себя лично хочу пожелать всем удачи. Я уверена, что каждый из вас, каждый отряд достоин победы. Но правила игры таковы, что мы должны выбрать победителей. Поэтому играем с азартом, но честно. Еще раз желаю удачи и будьте всегда первыми. «Зорница 2.0» – это уникальная военно-патриотическая игра, которая берет начало еще с давних времен, но впервые организованная движением первых. Участники прошли много испытаний – тестирование названий истории и структуры Вооруженных сил Российской Федерации, строевую и спортивную подготовку, оказание первой медицинской помощи и многое другое. По итогам состязаний первое место заняла средняя школа номер 5 аула Бличепсин, второе место – средняя школа номер 11 аула Ходз, третье место – средняя школа номер 7 поселка Майский. Все участники «Зорницы» показали себя с лучшей стороны и достойно выполнили условия игры.